Ну что, друзья, у нас на самом деле сейчас идет такая горячая пора. Еще буквально несколько дней назад появились новые бонусы, так что давайте мы узнаем, что же у нас такое происходит, почему мы действительно очень крутая компания, очень крутой продукт, и что принесет в 2020 год нашему сообществу, ну и, конечно, всем вам. Значит, у нас, в принципе, очень интересная и давно знакомая тематика. Это пассивный доход. Многие знают, что такое пассивный доход, слышали об этом, мечтают об этом, но многие не знают, что смартфон – это уникальное средство, которое может этот пассивный доход продуцировать, да, производить. Не только развлекать нас, давать нам какие-то пуш-уведомления или отвлекать наше внимание в социальных сетях, оно действительно может приносить серьезные деньги. И когда касается темы денег, сразу включаются три главных вопроса. Где и как заработать, ну, чтобы было много, надолго и надежно. Как не потерять? Это очень важная инфляция, кризис, всевозможные там непонятные проекты и тому подобное. Как приумножить? Проценты, доступность, потому что можно заморозить деньги, и они потом будут лежать 10 лет. Да, это тоже такое возможно. Ну и, конечно, риски. Риски, какие риски присутствуют в каких бранжах, в каких индустриях при накоплении капитала. И в том, что пассивный доход, если вы ближе на него посмотрите, он решает все эти три вопроса практически сразу. И мы не будем сейчас вам объяснять сразу все источники пассивного дохода, мы не будем говорить, друзья, это вот недвижимость, это банковские вклады, все вы это уже не раз видели и слышали. И мы будем говорить и концентрироваться на том, что можем мы, что может наша компания, что могут наши продукты, и как мы можем свои технологии вам посопутствовать, помочь в построении пассивного дохода. Вы уже увидели, достаточно такие серьезные фанаты мобильных смартфонов, да, смартфонов, потому что я лично уверен, что этот мега-супер-инновативный прибор может решать все задачи. Без разницы, какие задачи перед нами стоят, смартфон может их решить при правильном применении. Так и здесь. Мы изобрели технологию, которая при соединении с вашим смартфоном может начинать превращать ваш любимый телефон просто в генератор дохода. Для этого нужно вам скачать будет всего два приложения, соединить их через нашу систему с системой блокчейн, что это такое, с чем это едят, и мы сегодня тоже поговорим. И вы увидите, как уже на следующий день ваш смартфон будет способен приносить пассивный доход. Итак, как это работает? Ну, во-первых, давайте разберемся, что такое блокчейн. Блокчейн – это, в принципе, замена банку. Все, что делает банк, может сделать блокчейн. Если вы хотите отправить денежки кому-либо, обычно вы используете банковскую инфраструктуру, здесь включается в блокчейне совсем другой механизм, в котором нету посредника. Банк – это посредник, все равно это человек или инстанция, которая принимает ваши денежки и, обрабатывая их, куда-то посылает или не посылает, она может вернуть, сказать «нельзя». Банк, да-да, банк может решить, кому вам можно посылать, а кому нельзя, и сколько можно, и сколько нельзя, и вообще, откуда у вас все эти деньги. Давайте-ка разберемся. Эти вопросы, которые банк очень любит задавать, дабы не отдавать наличные средства куда бы на сторону, чтобы все оставалось, да, в банке. Блокчейн так себя не ведет, ему без разницы, что, откуда и как, почему. Он просто выполняет механическую работу. Он говорит, я готов принять деньги, отослать тому и сделать все гарантированно безопасно и по максимуму. Да? Это очень важное свойство блокчейна, поэтому мы его и используем в нашей технологии, потому что все равно касается криптоединиц, те же самые денежные средства, только в дигитальном формате, которые также нужно хранить, передавать, тратить, посылать или еще что-то. Да? Вот. И блокчейн решает все эти задачи на раз, два, три.
Видя все эти преимущества, которые система блокчейн, технология блокчейн дает и привносит в наш мир, мы решили сконцентрироваться именно на ней. Почему? Потому что любая другая система подвержена контролю, подвержена вмешательству, и в принципе есть всегда какой-то посредник воспротивиться вашему действию, ну или просто вас обмануть или украсть, или еще что-то. Да, потому что банки, вы сами знаете, тоже иногда да что-нибудь да, забирают, да то счет закроют, вообще конфискуют, то заморозят, то 2 года идет разбирательство какое-нибудь. А они же, деньги же не лежат, они же пользуются. И в результате человек, который владеет данным счетом, который был подвержен именно этому вмешательству, он в замешательстве, наверное, что же делать. И именно поэтому, чтобы избежать этих рисков, чтобы нигде не просочилась возможность что-то у вас забрать, что-то у вас отнять или там перераспределить, поэтому мы делаем все на блокчейне, которое невозможно подделать, его невозможно изменить, потому что только так можно добиться нашей глобальной цели, стать именно массовой криптовалютой. И самое главное, конечно, создать пассивный доход, потому что многие не знают, но на технологиях тоже можно создавать пассивный доход. Не только строить дома или еще что-то, технологии тоже могут давать пассивный доход. Это очень важная вещь, просто нужно ей правильно пользоваться. Так и практически 4 года назад мы сразу говорим вам о том, что мы двигаемся строго в законодательном поле, что мы работаем по букве закона, поэтому мы обязаны вам и указывать на риски, и на то, что... Ну, это очень важно, потому что мы находимся в бизнес-среде, и вы также должны, прежде чем примете взвешенное решение, всегда учитывать и все риски, и все возможности. Это нормально, да, потому что в бизнес-среде это нормальная практика, потому что мы на том же рынке, что и Facebook, и Apple, и все играем, в принципе, по одним и тем же правилам. Но, несмотря на это, что мы также в таком же рынке, как и все остальные, на тех же условиях, такая же у нас конкурентная борьба, и нужно бороться за конкурентные преимущества, мы запустились в 2016 году на рынке, которого, в принципе, ну, который был маленький, только что растущий, и на него сильно внимания никто не обращал, ни регулятор, ни банки, только-только вот начал более-менее подниматься. У нас 2016 год, это такой был нормальный такой год, где уже шла жара такая на рынке. Вот. И мы в этом году запустили наш проект. Понятно, что пока еще только в разработческом модусе, мы были одни из первых достаточно сильных блокчейн-инноваторов в индустрии. И за 3,5 года наша комьюнити сейчас составляет более 500 тысяч пользователей. Ну и рост нашей монеты, которая начиналась с цены в 10 центов, сейчас 5 евро превышает, ну или приблизился к 5000%. Меня представлять, думаю, не нужно. Меня зовут Алекс Райхард, я являюсь основателем и создателем Platin Coin. Ну что, статей много, всяких информативных источников много, многие конференции, интернациональные, глобальные, большие, многотысячные, везде уже был, все видел и представлял Platin Coin, я надеюсь, достойно везде. Дело в том, что это очень важно, нести наше видение в мир. Если мы не говорим профессиональному сообществу о том, что мы создаем, что мы несем, понятно, что другая сторона, возможно, и не хочет там сильно прислушиваться и слушать. У них своих идей хватает, у них там свои заботы, свой бизнес и вообще у них свой самостоятельный рост. А тут мы нарисовались, да, с нашими видениями, с нашими идеями. Но, знаете, это как в борьбе, да, потихоньку вот так душишь, раз, и противник заснул. Поэтому, в принципе, у нас такая же стратегия, мы, знаете, за ним идем так катанием, да, мы просто накатываемся, мы им показываем, рассказываем, вот, а рынок по ним бьет, они становятся все... восприимчивые. В результате сейчас мы в этом году, я думаю, что после запуска нашей большой площадки, которую я вам сегодня покажу, весь рынок обратит на нас внимание уже совсем с другой стороны. Понятно, что они уже все нас увидели, заметили,
неважно, кто там как относится, да, там криптоскептики, они изрядно во всем постоянно сомневаются. В одном не сомневаются, что биткоин вырастет до 500 тысяч. В этом они не сомневаются. Да, то, что он падает он 2 года подряд, но это бывает, бывает. Но опять же, с другой стороны, например, криптоэнтузиасты, у них еще одно видение, а у нас свое видение. У нас видение того, что монета должна использоваться, она должна быть на ходу, и за нее нужно купить что угодно, где угодно и кто угодно, чтобы это мог купить, чтобы ее можно было использовать в маркетплейсах, на биржах, понятно, на всевозможных обменниках, чтобы можно было за монету что-то купить, продать. Мы придумали новую модель финансирования, и это все собой несет очень сильные возможности использования монеты в реальной жизни. А использование в реальной жизни – это спрос, это рост в цене монеты. Именно на вот эти вот, на это мы делаем ставку. Мы хотим быть массовыми. Да, для этого нам нужны массовые инструменты, которые уже этаблированы, которые уже внедрены в нашу реальную жизнь, например, это наши пластиковые карты. Представьте такую вещь, что вы берете пластиковую карту и заряжаете ее платинкоином, и идете покупать на него что хотите, где хотите, без каких-либо там ограничений, потому что просто 50 миллионов точек по всему миру. Да, Visa, MasterCard, ну, на нашем случае Visa, принимается практически во всем мире. Дальше это наш один из пилотных проектов, в котором мы абсолютно уверены, что продукция в будущем будет продаваться в автоматах. Будут ли это вендинговые автоматы, как в этом примере, или будет какой-то другой вид продажи продукции через автоматов, через андроидные какие-то установки. Мы к этому готовы. Да, мы готовимся к тому, чтобы через платину, через платинкоин можно было покупать снеки, напитки, продукты, да что хотите. Ну и, конечно, нельзя обходить стороной технологию посттерминала, которую все мы знаем, все мы видели в любом ресторане. Официант подходит к вам с машинкой, вы ее проводите карточкой, она вас обсчитывает, и, в принципе, осталось вам дать только чаевые, желательно наличными. Да? А здесь все просто. Вы можете оплачиваться вашим платинкоином, вашей криптовалютой, расплачивать за любые товары, услуги, не прибегая к расходованию ваших фиатных средств, да, ваших наличных. Это следующее. Здесь следующий этап развития, чтобы, так, значит, наши посттерминалы, это следующий этап развития, чтобы войти там, в ресторанный бизнес, в заправках, в отелях и тому подобное, везде, где они используются, чтобы мы могли также быть конкурентоспособными. Следующая наша наработка, следующий наш инфраструктурный проект, часть нашей глобальной экономики – это Marketplace Platinum Deal. Он сейчас пока находится, конечно, еще в бета-версии, но уже очень многие пользователи продают, меняются, покупают быстро, выгодно и удобно, потому что оно это как бы доска объявлений, где говорит, я хочу купить, я хочу продать, все, давай покупай, давай продавай. Это очень сильный инфраструктурный проект, который вот в ближайшее время себя еще покажет. Сейчас еще покажу один инфраструктурный проект. Опять же, все эти проекты, которые мы готовим, это части, да, пазл части одной большой PLC-экономики, у которой есть огромный сильный мотор, до которого мы еще не дошли, но я к нему сейчас еще вернусь. Итак, глобальный крипто-маркетплейс находится прямо на бирже CoinsBit. Там есть возможность купить товары, которые обычно вы видите только на Амазоне, eBay, Алиэкспрессе или Alibaba. А здесь вы можете спокойно выбрать это за PlatinCoin и купить себе iPhone, компьютер, наушники, да что хотите. Опять же, эта площадка тоже пока идет под значком бета. Но, опять же, нам наши инфраструктурные проекты нужно сначала немножко обкатать. Для чего мы их создаем? Что это за такая PLC-экономика, о которой я говорю, и для чего она вообще нужна? Ну, хорошо, да, есть посттерминалы, есть карты, есть вендинговые машины, еще многие вещи есть. А для чего? Для чего это все нам нужно? Дело в том, что мало кто знает, но суть
монеты Platincoin давным-давно была немножечко другая. Не то, что другая, она должна была запуститься совместно с еще одним проектом. Этот проект был посвящен финансированию стартапов. Да, вы не ослышались, это огромная площадка, на которой можно было бы собирать средства, да, получать средства стартапам для своих гениальных идей. И так как мы не хотели связываться ни с банками, ни с платежными институтами, ни с платежными средствами и получить все эти проблемы, которые с ними связаны, мы тогда сказали, что нужна своя валюта, и этой валютой должен был бы стать Platincoin. Так, Platincoin мы успешно запустили. 4-й год на рынке, бьем все рекорды, растем. И теперь пришло время запустить вторую часть. Как некогда первую, но сейчас получилось так, сложилось исторически вторую. И эта площадка изменит просто мир. Она изменит все понимание о том, что вообще может криптовалюта на рынке забиться. Эта площадка покажет миру, что возможно все. Вот что бы вы себе ни придумали, на что вам нужны средства, на этой площадке можно это реализовать. И нет никаких границ, нет никаких ограничений, потому что Platincoin работает так же в Индии хорошо, как и в Корее. Так же, как в России, так же, как и в Германии, так же, как и в Монголии, да где хотите, хоть до Африки. Он работает везде одинаково хорошо. Мы его сейчас протестировали, так все 4 месяца мы делали все транзакции только в Platincoin, ну практически там, в Platincoin. В Platincoin и партнеры все в восторге, очень удобно, быстро. Самое главное, надежно и безопасно. Да, это очень важно. Не буду сильно вдаваться сейчас в подробности этой платформы, просто хочу сказать, что здесь возможности этой платформы дают Platincoin монете пользу. Потому что за Platincoin можно будет реализовывать все эти фантастические идеи, все эти проекты, все эти классные, всю эту благотворительность. Вот сейчас вот к нам, там, начиная от строительства мечети в Астане до недвижимости или каких-то футбольных клубов, бизнес-идей, стартапов и так далее, поступают запросы. Мы сейчас потихонечку начинаем отрабатывать все эти запросы на ту тему, а можно ли у вас получить финансирование, можно ли у вас разместить этот проект. Чтобы вы понимали, каждый проект, его можно только делать с Platincoin. Значит, что делается с Platincoin с рынка? Они будут уходить. Да? Чтобы один проект профинансировать, нужно смести с рынка невероятное количество монет. Так что, друзья, дайте нам еще там 2-3 месяца, и вы увидите, помните ту ситуацию, когда октябрь, ноябрь, декабрь, январь, практически весь февраль, 5 месяцев, мы, как только мы залистились на биржах, на CoinsBeat, на BitHump, плюс-минус, не было коинов. 0, 200 коинов было там, 100, пустые были стаканы. Помните, как вы говорили, а что же мы будем делать, платинкоинов на рынке нет? Да, вот сейчас такое же время снова к нам идет. Понятно, нужно понимать, что рынок, он не бывает или всегда пустым, или всегда наполненным. Это волны, да, у нас там было ничего, сейчас чуть-чуть появилось, сейчас опять будет ничего. Но самое главное, что эта площадка сделает так, что своими проектами, что простые люди будут любить Платинкоин. Без каких-то предрассудков, без какого-то страха, без какого-то недоверия, без какого-то, не знаю, риска или еще что-то. Потому что именно эта площадка делает спрос на Платинкоин абсолютно. Потому что эти проекты без монеты Платинкоин реализовать невозможно. И никто им не даст капитала. Если человек приходит со своим проектом, значит уже 2-3-5 лет пробует и натыкается на то, что инвесторы говорят, ну знаете, 90% от проекта, ну или покажите ваши гарантии, или еще что-то. Ну, я сам прошел через все, поэтому прекрасно понимаю. Теперь ваш следующий вопрос, а как вообще это все возможно? Почему ни одна другая монета, никто, ни одна другая технология не может это дать, а вы можете? Дело в том, что мы долгие годы работаем над нашей уникальной разработкой, которая называется PLC Minting. Это простая добыча криптовалюты Platincoin, которая не,
которая не ограничена этими стандартными рамками, которые присущи обычным монетам, обычным блокчейнам. Мы можем работать с комьюнити, сейчас 30 миллионов человек, ну, практически в реальном времени, чтобы не падая, чтобы наша блокчейн просто там не умирала, не задыхалась от нагрузки. Мы это можем свободно делать. Монеты, которые могли бы чуть-чуть хотя бы приблизиться к нашей идее, они не могут выйти за рамки 28 тысяч. 28 тысяч, 30 миллионов. Чувствуете разницу? И это наша технология. Помимо того, что вы можете зарабатывать на проектах, а вы сможете зарабатывать на проектах, которые будут на той площадке, вы также можете выстроить для себя стабильный пассивный доход, используя нашу технологию. Как это происходит? Все просто. Берете, качаете приложение, увеличиваете лимиты на этом приложении, закачиваете в приложение коины, например, 800 платин коинов, жмете на кнопочку «Получить прибыль», прибыль у вас в кошельке. Причем просто там 30% в год, 10 лет стабильно вам приходит. И если вы сейчас посмотрите на то, как это все происходит, вы увидите, что почему мы выбрали систему блокчейн. Потому что это она дает ту безопасность, которая нам нужна. Представьте, вы сделали прибыль, а кто-то пришел и заморозил ее у вас. Или забрал, или конфисковал, или еще что-нибудь сделал без вашего согласия. И это блокчейн не допускает. Чтобы вы могли четко посмотреть на то, что же возможно, если вы посмотрите на наш блокчейн, вы увидите такие цифры, там золотые числа. Золотые числа – это пассивный доход, который получают другие участники. Вот, например, один участник получил только что 115 платинкоинов пассивного дохода. Умножьте на 5. Или вот следующий, который получил 3000 платинкоинов. Еще раз, умножьте на 5. Ну или вот человек, который просто из своего кошелька послал 12968 платинкоинов. Умножьте на 5. И это все возможно благодаря нашей технологии. Наша технология пользуется все больше и больше пользователей. Реальные отзывы, и причем, опять же, подчеркиваю, реальные отзывы, мы здесь ни одного отзыва не накрутили, не добавили, еще что-то. Все живые люди, которые пользуются нашей технологией, которые пишут действительно о ней. Из своего опыта. Да? Итак, что же они делали? Что люди сделали, чтобы стать участниками нашей системы, чтобы получать преимущество пассивного дохода? Все просто: зарегистрировались, затем скачали кошелек и ферму, затем увеличили лимит, загрузили монеты в ферму и через 24 часа нажали кнопку «Получить прибыль», получили прибыль и получают ее в течение 10 лет каждый год. Если здесь мы сейчас обратим внимание, да, на последнюю, здесь чуть-чуть слайд изменился, но посмотрите, пожалуйста, на последнюю картинку, шестой пункт. Дело в том, что пока вы получаете пассивный доход, пока вы работаете с системой, мы работаем над ростом курса. Мы запускали с 10 центов, сейчас мы плюс-минус 5 евро. И до этого уровня нужно было дойти. Нужно было действительно дойти. Мы сейчас находимся в такой позиции, что нам нужно это 5 евро уже финально закрепить, замуровать и пойти дальше в десятки, к 50 и выше. И опять же, пока мы работаем над своими домашними заданиями, вы стабильно получаете каждый месяц или даже каждый день, когда вы кликаете, вы получаете пассивный доход. И спокойно ждете повышения курса. Потом делаете еще дополнительный доход за счет повышения курса. Так что просто ответьте себе честно, сколько денег вам нужно, чтобы закрыть все ваши сферы, все ваши сферы жизни. Здоровье, семья, любовь, образование. Без разницы. На все это нужны средства. Да? Здоровьем надо заниматься. Чем можно заниматься? Не знаю, даже в спортзал ходить, да, все равно стоит денег. Или здоровое питание.
стоит денег. Еще каких, да? Семья. Семьей надо путешествовать, там, что-то им покупать постоянно, да, еще что-то. Опять же, все стоит денег, да, возьмем, ну, не знаю, комфорт, понятно, самореализация. Если вы начнете учиться, там, развиваться, все стоит денег. Вопрос, с какие деньги вам в месяц нужны, как пассивный доход, чтобы действительно чувствовать себя комфортно в этих условиях. Ну, например, вы скажете 1000 или 10 000. Но, знаете, это очень классно, и для того, чтобы этого добиться, нужно понять одну золотую истину. Деньги нужно учиться зарабатывать. Нужно сначала научиться зарабатывать 100 евро, потом 500, потом 1000, потом 10 000, потом больше, 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 больше. Потому что когда человек, ну, скажем так, зарабатывает в среднем 500 евро, он не может себе представить, как зарабатывать 5000 в месяц. Не может просто представить. А когда он получил хотя бы один раз 5000 евро в месяц, он уже не может себе представить, как можно жить на 500 евро. Поэтому мы должны здесь немножечко друг другу помочь нашей с вами психике в том плане, что один раз нужно эти оковы разорвать, которые нас держат, да, что касается денег. Потому что человек не может себе представить, как это 500 евро дополнительно иметь свободное в кармане каждый месяц. Или 1000, или 10 000. И чтобы перейти экскурсия, как же можно выйти на 100 евро доход в месяц, все просто. Берете ваш смартфон, качаете приложение, все то же самое, что я вам сказал. Вы повышаете лимит, загружаете приложение монетами. В данном случае 800 платинкоинов. Нажимаете на кнопочку, через 24 часа начинает капать. И, соответственно, прилетают золотые числа. За месяц набегает 20 платинкоинов, умножить на 5, это и есть ваши 100 евро. Если вы хотите получать не 100 евро, а 1000, просто увеличьте все в 10 раз, будет вам 1000. Да? 100 умножить на 10, будет 1000. Все просто. Итак, для того, чтобы получать пассивный доход в нашей системе, у нас есть 7 классных продуктов. Для чего они нужны? Эти продукты нужны для того, чтобы вы могли повышать лимит вашей фермы. Вот вы сейчас говорите, все, я хочу получать пассивный доход, я хочу качать приложение, но приложение просто так работать по себе не будет, потому что это действительно очень уникальный, крутой товар, которого на рынке нет. И чтобы им пользоваться, вам нужно иметь лимит. Вы можете загрузить, получить себе за 107 евро, получить себе лимит на 74 монеты. Это значит, вы можете 74 монеты загрузить в вашу ферму и получать каждый месяц путем нажатия кнопочки 10 лет пассивный доход. Вы можете сказать, хорошо, это 1000 пакет, значит, у вас 375 платинкоинов зайдут в вашу ферму и будут приносить вам 30% в год 10 лет. Ну и возьмете за 9501, и вы сможете загрузить в него 6700 платинкоинов и нажимать каждый день и получить прям такое нормальное, нереальное количество платинкоинов, которые обязательно вас порадуют. Если вы спросите, сколько это в месяц, то я примерно скажу, что это 2,5% в месяц, то, что добывает ферма, и это приносит вам примерно в месяц пассивного дохода. Ну, если это 100 евро пакет, то это где-то 10 евро, 9, там, 9 с копеечками в месяц. Если это 1000, это почти 100, и если 10 000, то это почти 1000, ну, 837 евро. Опять, кто скажет, мне это мало, ну, значит, вы можете взять себе там не 1000 заполнить, а 10. Или, ну, все зависит от вас, да, можно, больше можно всегда. Здесь очень важно, что если, например, человек говорит, мне 100 евро в месяц мало. Ну, мало мне, откровенно. Да, мы уже показали, нужно просто положить, увеличить лимит и положить больше. Что положить, 5000 или еще что-то. Дело в том, что в нашей компании нужно, вот с нашим продуктом, с нашей фермой, нужно просто понять одну вещь, что ваш пассивный доход зависит от лимита вашей загрузки. Если ваш лимит загрузки высокий, то и пассивный доход может быть у вас очень высокий. Если, очень высокий. Здесь
Есть еще один нюанс, который здесь, конечно, уже не 15, уже 14. Видите, проценты бегут, надо будет поправить слайд. Осталось 14% монет для распределения. Что это значит? Дело в том, что у нас есть специальная технология, мы представляли ее в прошлом году, весь прошлый год, и где люди просто получали от компании в аренду установку, которая добывает. И вот эта установка, которая добывает, она добывала вот здесь внизу по 23, 63, 133, 280 и 3013. Это вот номер 2, надо бы пометить как здесь вот минтинг юнит номер 2. Это значит, что на ваши средства, которые вы используете для приобретения данного продукта, установка уже заряжена, вам не нужно ничего добывать. И она добывает вам каждый день в течение 3 лет и выдает вам финальное количество платинкоинов по истечению всего срока, да, каждый день. И таким образом ваш пассивный доход, он увеличивается. Возьмем даже тысячный пакет. Было 91,85, да, посередине здесь. А стало 126, практически на 30%. Так, здесь я это все смотрел, но почему-то оно у меня не отобразилось. Хорошо. Дальше. И это только при пятерке, да, это только если курс 5. При 10 уже это не 126, это уже в два раза больше, 253. А 10-тысячный уже не 1000, а уже 2500 в месяц пассивного дохода. Ну и при 50, к которому мы стремимся, соответственно, совсем другие числа. Тысячный пакет уже приносит вам больше 1000 евро в месяц пассивного дохода, но а 10-тысячный способен побить отметку в 10 тысяч евро в месяц пассивного дохода, и это 10 следующих лет. Опять, мы сейчас разбирали тематику, как и где заработать. Вот вам конкретная инструкция, как получить пассивный доход. И опять же, многие люди мечтают о пассивном доходе, они мечтают купить там квартиру, сдать ее в аренду, или открыть какой-то бизнес, или сделать какой-то патент, написать песню, книгу, третье, десятое. Это все сложно, это года, и действительно нужно сколачивать капитал. Здесь все просто. Здесь вы, в принципе, используете оборотный капитал, это капитал, который вы задействовали, да, который вы действительно задействовали в полной мере, чтобы получить не вот эту необходимую сумму или возможность получить эту необходимую сумму. Допустим, на 107 евро в пакете ваши задействованные средства 477 евро всего, а возможность получить накопленного капитала, это значит, если вы получали каждый месяц, но ничего не тратили, но складывалось, за 10 лет может накопиться из 477 евро более 15 тысяч. При тысячном пакете вообще больше 150 тысяч. При задействованном капитале 5 тысяч, ну, плюс-минус. И 10-тысячный вообще может приблизить вас к вашему первому евровому миллиону всего лишь с задействованным капиталом 43 тысячи евро. Опять же, мы исходим из того, что было в прошлом. Мы смотрим на то, откуда мы пришли, с чего мы начали. Мы запустили в 2016 году. В 2017 год мы готовились, в 2017 запустили продажи, запустились с 10 центов, сейчас мы на 5 евро. И, в принципе, потому что у нас 500 тысяч пользователей плюс-минус, да, наверх. И как только мы дойдем до 5 миллионов пользователей, то наш курс, соответственно, будет идти дальше тоже к отметке в 50. Да, это наша такая формула плюс-минус, где можно посчитать, с каким курсом мы будем на каком количестве пользователей. 5 миллионов идем в направлении 50 евро. Это те 50 евро, которые я считал, которые вам казались, наверное, очень большими. Но на самом деле это все реально. Мы над этим очень усиленно работаем. После того, как вы все это увидели, я думаю, что у вас не осталось никаких сомнений, что мы действительно с нашей инфраструктурой, с нашей комьюнити, с нашей PLC-экономикой, самое главное, с нашей платформой для финансирования проектов, дойдем до отметки 5 миллионов, наверное, еще и в этом году. Поэтому, друзья, посмотрите на все то, что я вам сейчас рассказал. И задумайтесь серьезно, что вы хотите добиться в 2020 году.
чем он этот год должен закончиться? Каким-то сумасшедшим триумфом вашей финансовой свободы? Вы хотите быть в каком-то инновативном проекте, изменить будущее, возможно, реализовать свой собственный проект, возможно, у вас есть мечта, которая никак не может осуществиться, потому что просто нет денег. С нами вы можете добиться всего. У нас есть несколько вариантов реализации, и вы просто сейчас закладываете ваш фундамент. Эти все проекты, которые я показал, да, они сейчас запускаются. Немножко нас затормозила корона, но вот уже в Германии открывают границы. Я думаю, еще месяц, два, три, и все эта история разойдется. И вот за эти три месяца вам нужно успеть построить ваш фундамент, когда вся инфраструктура взорвется в положительном смысле, чтобы вы уже достаточно все подготовили. Знаете, как говорится, запасы нужно делать на зиму с лета. Да? Вот примерно так. Мы перед стартом, сейчас нужно действовать. Все эти преимущества были для пассивного участника. Для активного участника у нас есть еще дополнительная такая батарея задач, которые вы можете для себя применить в плане заработка. Что нужно делать? Нужно всего делать одно действие. Это действие называется «помогать своему ближнему кругу», в принципе, делать то же, что делаете вы. Пользоваться продуктом и смотреть на то, чтобы получить максимальную прибыль от роста курса. И как только вы начнете показывать у себя достаточно серьезные, хорошие, интересные числа, именно поэтому я говорю, что да, если бы у вас была финансовая свобода, какой бы пакет вы выбрали, скорее всего, самый большой, потому что он приносит больше всего коинов, и вы сможете быстрее всего получить ваш долгожданный результат, то, начиная просто делать одно действие, наша компания, наш продукт способен вам платить аж целых 6 разных видов зарплат. За прямые приглашения, за то, что вы строите команду, то, что вы делаете карьеру. Вот здесь посмотрите, карьера, это вот 800 тысяч платин коинов. Если вы задались вопросом во время презентации, а где же я буду брать коины, которые будут загружать в эту ферму, которая несет пассивный доход. Вы можете их купить на рынке, чтобы я вам сейчас вот в этой презентации не советовал, а я вам бы советовал строить с нами карьеру, и компания заплатит вам определенный бонус в качестве, в данном виде ранговый бонус в монетах, которые вы сможете положить в свою ферму и построить себе очень быстро, эффективно, достаточно крупный пассивный доход, потому что 800 тысяч евро умножите на 5, таких денег, я думаю, что может и есть, конечно, но вы сами понимаете, о каких средствах идет речь. Для тех, кто хочет действительно построить серьезную карьеру, открыть полностью наш маркетинг к себе и начать зарабатывать, может быть, даже совсем другие деньги, да, чем он способен без этого бонуса, то этот Diamond Infinity бонус открывает ворота полностью в наш маркетинг. Если вы новичок, особенно я спросил, да, у нас были новички. Друзья, если вы новичок и вы намерены стартовать, то эти следующие два бонуса, они будут точно для вас. Бонус быстрого старта вы можете уже в следующие 2 недели заработать первые 10 тысяч евро. А если вы его догоните еще и турбобонусом, то и еще 20 тысяч сверху, итого более 30 тысяч. Давайте посмотрим, как это работает. Дело в том, что когда вы приходите к нам в команду, когда вы приходите к нам в компанию, вы начинаете пользоваться продуктом. Кто-то начинает со 100 евро, кто-то начинает с 1000 евро, кто-то начинает сразу с 10 тысяч. Я думаю, что средний пакет, в нашей компании сейчас средний чек это 2500, я думаю, что средний пакет за 1000 евро это нормально. Это вопрос не могу, не могу, а понял, не понял. И все, кто в принципе разбирается с нашей моделью, с нашим продуктом, те, кто хочет достаточно сильного взрывного развития, тот начинает как минимум с 1000 пакета, потому что это и есть ваши 100 евро в месяц пассивного дохода, с которых стоит начинать и развиваться, и обучаться. Наша стратегия – это развивать команду 4 на 4. Вы приводите 4 человека, он приводит 4 человека, следующие 4, и вот так 4-4-4. До 6 уровня у вас набирается команда более 5000 человек, который приносит вам более 200 тысяч евро, опять же, при оптимальном построении, более 200 тысяч евро комиссии. Здесь следующий пункт важен.
Вы и глазом не успеете оглянуться, как сами начнете строить карьеру. Вы начнете сделать оборот сначала команды. 5000, станете джейдом, получите первые 20 платинкоинов в виде комиссии. Потом 40, потом 100, 200, 400, 2000, 8000. Что вы с этим будете делать? Я думаю, что вы уже знаете. Вы положите их куда? Правильно, в ферму. Чтобы сделать что? Чтобы нажимать эту кнопочку любименькую. Потому что она приносит золотые числа каждый день, каждый месяц. И вы глазом не успеете оглянуться, как наступит наш ивент в Дубае, в котором вы, скорее всего, будете также стоять на сцене с другими нашими лидерами и получать огромные чеки и поздравления от многотысячного зала. Так как этот дубайский ивент настолько знаменателен, и нам из-за коронавируса его перенесли с марта на октябрь, то и, конечно, Diamond Super Bonus тоже перенесся до 31 октября, где вы можете за ваш статус бриллианта, который вы зарабатываете, стоя карьеру, получить дополнительные коины, которые вы что сделаете со временем? Вы их также положите в ферму, чтобы получать на них прибыль и еще раз прибыль. Если вы подумали, бриллиант звучит как-то сложно, но я же, наверное, не смогу. Друзья, в нашей компании более 1000 бриллиантов. 1000 бриллиантов, которые работают, развиваются, чувствуют себя великолепно. И смогли, и они приходят из различных, да, здесь есть и люди из России, из Германии, из Казахстана, из Украины, из Индии, из Африки. И все эти люди смогли. Значит, вы сможете. Ну и, конечно, самая конфетка в нашем плане – это Diamond Infinity Bonus. Что он дает? Он дает возможность получать доступ ко всему нашему маркетингу. Вы сможете получать во всю глубину от 7 до 15% комиссионных, только потому, что у вас ваша команда работает. И самое главное, что этот бонус складывается к тем комиссиям, которые уже предусмотрены нашим маркетингом. Ну, давайте рассмотрим конкретно позицию пурпурного бриллианта. Вот она у нас фиолетовый, да, наверное. Значит, если вы на первом уровне в нормальном маркетинге получаете 20%, то с этим бонусом вы получаете 30%. И если во второй 7%, то с этим бонусом 17%. Если с третьим по шестой 4%, то с этим бонусом 14%. И если вы просто по маркетингу больше 6 уровня ничего не получаете, то с этим бонусом вы получаете 10% во всю глубину навсегда, на все ваши команды. Вам нужно будет просто выполнять маленькое там условие, мы это разберем на стартах тренинге, и вы сможете зарабатывать здесь достаточно серьезную сумму, которая, опять же, это сейчас максимально посчитано, при самом-самом оптимальном варианте построения команды, но чтобы вы понимали, что возможно, потому что у нас такие результаты есть, плюс-минус даже и получше. Вот, поэтому вы сами не заметите, как, построив команду из 5000 человек, вы сможете зарабатывать не только на всей вашей команде, но еще и на бонусах, на ранговом бонусе и на Infinity бонусе, который вас приблизит к вашему первому миллиону. Да, это 766 тысяч, но это же только начало. Поэтому неважно, кем вы работаете, откуда вы родом, что вы умеете, сколько вам лет, добро пожаловать в нашу команду. Здесь я всегда отмечаю на всех вебинарах эту изумительную фотографию. Это произошло, она меня тронула до глубины души, поэтому именно она здесь. Просто эти люди на фотографии, они глухонемые. Да, это команда глухонемых, которые в нашем платинкоин работают, развиваются. И я, когда был в последний раз, это команда из Монголии, большой привет вам. Скоро, надеюсь, снова попаду. Поездка к вам отменилась, к сожалению. 30 поездок отменилось, но это они просто перенеслись,
они отменились. Поэтому я скажу сразу, что такими людьми однозначно восхищаюсь. Многие люди, у которых, ну, не хочу сказать, что все в порядке, да, вот, но которые не страдают никакими недугами, жалуются вечно, что вот, там, то не то, это не все. А когда приходят люди, у которых, ну, действительно им нужно напрягаться больше, чем всем нам вместе взятым, наверное, да, тогда ты понимаешь, насколько, в принципе, у каждого человека есть фора двигаться в направлении к своей мечте, к своему, к своей самореализации, потому что просто определенные функции тела присутствуют в какой-то большей мере. Так что, друзья, это очень важный, сильный знак, что в нашей компании каждый может найти себя, достигнуть результата и удивить себя, и зачастую не понимая, что ты был на это способен, открывая себе абсолютно новые возможности. Итак, ну и, конечно, для старта. Для старта, особенно для новичков, бонус быстрого старта у вас есть, если вы сегодня регистрируетесь, 14 дней, чтобы дать полный газ и заработать ваши первые сколько-то тысяч евро. Да, там очень просто все считается. Вам нужно пригласить 4 человека по нашей 4x4 системе, и чтобы каждый купил определенный пакет. Если вы возьмете... И бонус начисляется на самый маленький. Значит, если вы возьмете 4000-ных, вы не прогадаете, или там 4 10-тысячных, лучше здесь 4000-ных, то вы заработаете директ бонус плюс бонус быстрого старта сразу сходу 1800 евро. Всего, и вы пригласили всего 4 человека. Дальше включается турбобонус. Это значит 3 плюс 3. Так как вы уже троих уже пригласили и продали, то вам остается даже четверых. Вам еще остается 2, значит 3 плюс 3, чтобы заработать еще и турбобонус. Вместе с турбобонусом вы получаете 1200 директ, 1000 у вас бонус быстрого старта и целых 1150, в сумме 3350 вы зарабатываете fast start бонус и бонус, и турбобонус, если вы его забираете. Ну а если вы спрашиваете, как, что происходит, если... Почему тысячный пакет? Я хочу, может, 10-тысячный. Да? Как выглядит это для 10-тысячного? Все просто. Просто плюс-минус умножьте это все на 10, и вы поймете, что с более большими пакетами вы можете зарабатывать более большую комиссию. Так, друзья, ничего, я за 30, сколько, 40 минут. Все, мы прошли... Сейчас через презентацию, я думаю, новичкам стало все понятно. Опять же, очень важно. Я понимаю, что у нас сейчас рынок немножко, не у нас, а вообще рынок немножко находится в таком немножко сумбурном движении, потому что весь мир находится под карантином, авиасообщения прерваны, в принципе, много чего происходит в мире, что останавливает эти все структуры и останавливает целые рынки, да, целые индустрии. Но я считаю, что то, что делаем мы, оно в данном времени, когда происходит кризис, когда людям нужен свет в конце туннеля, это и есть тот свет в конце туннеля, когда приносит что-то инновативное, что-то свежее, что-то крутое, что способно изменить мир. Потому что приходят такие компании, там, как Facebook, как Amazon, как Apple, и они что-то меняют во всем мире, да, во всех сообществах, в технологии, в мышлении, в поведении людей, в целых поколениях. И я уверен, что наша площадка инновативного финансирования, выключая наш Platinum Coin, те два инструмента, которые могут изменить этот мир. Но вопрос не в том, насколько они изменят мир. Да, я приложу все усилия, чтобы действительно это случилось, вместе, конечно, с вами. А вопрос в том, насколько он изменит ваш мир. Это самый главный вопрос. Потому что мир настолько большой, а самое главное, чтобы Platinum Coin принес пользу вашему миру, вашей семье, вашим целям, вашей самореализации, всему, чего вы хотите добиться. Именно для этого я строю этот проект, мы строим этот проект.
уже не проект, а огромная организация. И я знаю точно, что в 2020 году мы всех удивим и покажем то, чего в мире никто до нас не делал и не может сделать из технологических просто вещей. И мы покажем, что Platin Coin способен нести максимальную пользу и делать то, что никому не под силу. Это уровень, это проект будет уровня Apple, это будет проект уровня Facebook. Понятно, что сейчас это только на стадии опять Алекс, у Алекса видения, и мы начинаем это делать. Но вы видите, что все продукты, которые, можно сказать, мне приснились в один момент, мы их все сделали. Потому что пока другие говорят, что это невозможно, мы задаем себе вопросы, почему это невозможно. А потом берем и делаем. Делаем это возможно. Спасибо, друзья. Так. Когда за... Опять же, здесь очень важно понимать еще. Обратите внимание на то, как на поведение бирж. Да, у нас очень важно, важно понимать, что у нас есть... Сейчас я, подождите, посмотрю. Это очень важно тоже понимать, прежде чем... Так, секундочку, я хочу посмотреть, просто есть ли у меня... Нет. Хорошо, покажу в следующий раз. Не могу пока найти. Нам очень важно понимать, что у нас есть два вида рынка, на которых мы находимся. У нас есть рынок стабильный, и у нас есть рынок свободный. И человек, он привык, особенно те, кто уже с криптовалютами работали, они привыкли работать только в свободном рынке. Цена здесь и сейчас. Быстро отдал, быстро получил. Быстро отдал, быстро получил. Такого нет. Да, в любом, возьмем, например, там, рынок недвижимости. Если вы вкладываете в недвижимость, то она отбивается там, несколько лет, а то и 10 лет, а то и больше. Она приносит, понятно, но это специфика. Нету такого, что ты сегодня купил недвижимость, завтра ее продал в 10 раз больше или в 5 раз больше. А это недвижимость. Рынки так не работают. И, конечно, можно на спекуляции определенные деньги заработать, но, опять же, наша задача какова? Наша задача создать экономику. А экономику ни одной практической криптовалюте пока создать не удалось, потому что вот у них эта мгновенность, она присутствует, а вот стабильности-то нет. То прыгают, то падают, то опять взлетают, то опять падают. И невозможно на таких качелях построить стабильность. Да, стабильность – это вот так. Это не вот так. И поэтому мы сделали уникальный эксперимент на рынке. Мы разбили на две части наш рынок. У нас есть стабильная часть и у нас есть волатильная часть. Волатильная часть, пожалуйста, вы можете покупать, продавать в любую секунду, оно все есть. Понятно, по какой цене. Опять же, по рыночной цене. Какая цена, так вы купите и продадите. Есть стабильная часть. Это там, где наш курс фиксирован, он не двигается, он не может упасть. Это одни из некоторых бирж, которые зафиксировали нашу цену. Это все наши продукты, в которых цена по 5 евро. И это будет наша площадка, в которой тоже все, что делается, по 5 евро. И, соответственно, но там точно так же, как и с недвижимостью, да, там нужно определенное время, чтобы действительно эта оборотка сработала. И фиксированная, можно сказать, безопасная часть, она стала ликвидной. Здесь это нужно один раз понять, что если вы играете, если хотите здесь и сейчас, вы на свободном рынке и перенимаете все консеквенции, да, все плюсы и минусы свободного рынка. Это как бы, ну а что, это свободный рынок. Если вы хотите двигаться на безопасной стороне рынка, да, на стабильной, то у нее есть тоже свои правила. В данном отрезке времени правила-то таковы, что вы можете продать все ваши монеты или там, какие-то части ваших монет по 5 евро с отрезком в 4-8 недель. Это примерно сейчас та оборотная сторона, которая проходит через стабильную часть.
опять же, в связи с той ситуацией, которая сейчас во всем мире, в связи с той ситуацией, что мы запускаем сейчас только платформу там, через несколько месяцев, но опять же, 2-3 месяца коинов не будет. Ни на свободном рынке, ни на таком рынке, ни на каком. Поэтому, опять же, это нужно один раз понять, да, потому что мы единственные такие на рынке, это сложно нам донести и трейдерам, и всем, они не понимают, как это может работать, вот. Но, тем не менее, мы успешно сделали наш запуск именно этой системы, она круто работает, и ее просто сейчас нужно доразвить, дораскачать, этим мы и занимаемся. Поэтому, друзья, чуть-чуть наберите еще терпения, платина покажет вам такой разгон, что до конца года вы устанете смотреть вверх, да? Поэтому давайте это самое смотреть. Опять же, сейчас задача. Моя задача сейчас не создавать вам быстрые обмен. Это, ну я же не обменный центр, да? И платина не трейдинговая монета. Хотите заниматься трейдингом, идите в биткоин. Хотите быстрый обмен, идите в биткоин. Но биткоин не даст вам никогда пассивного дохода. Поэтому нужно играть сейчас по тем правилам, которые мы устанавливаем для того, чтобы раскачать этот рынок, развить этот рынок. Потому что биткоин, ему 11 лет, мы к 4-му году подходим, да, с условием того, что действительно активная такая пошла реализация нашей модели с октября, значит, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, 5 месяцев активной реализации, где вообще коинов не было, да, где не было, где можно было продавать все, как ты хочешь и как ты хочешь, да, опять же, с короны немножко мы, чуть-чуть замедлились, потому что весь рынок все замедлилось, биржи замедлились. Но сейчас у нас очень сильный такой драйвер, наша платформа, которую мы давно готовим, которая запускается в 3-м квартале этого года. И еще у нас несколько есть инноваций, которые мы вводим на нашу платформу. Мы очень надеемся, что скоро не придется вам покупать коины где-то на бирже, куда-то идти проходить какие-то верификации, что все можно делать и будет из нашего дэшборда. Это еще очень сильно ускорит и обмен, и спрос, повысит спрос на монеты и, конечно, практически вычистит их с рынка, ну что вам и есть на руку. Так. Сейчас я чуть-чуть почитаю комментарии, много накидали, я сейчас... Да, сместились немножко ивенты в Казахстане, во всем мире у нас перенеслись 30 больших ивентов, в среднем от 700 до 1000 человек, включая наши главные ивенты в Дубае. Но опять же, мы сейчас это все перенесем и нагоним еще в этом году, я надеюсь. Ну, дубайский ивент уже в октябре запланирован. Так. Да, когда начинается быстрый старт с момента регистрации? Так, сейчас еще почитаю. Вопрос не понял. Ага. Так, здесь суппортные вопросы, пожалуйста, обращайтесь в суппорт, пишите тикет. Хорошо, друзья, напоследок скажу, просто смотрите на то, что мы делаем, смотрите на то, что мы добиваемся, смотрите на то, к чему мы стремимся, какие обещания мы дали, какие мы выполнили. Мы обещали карту мы запустили, мы обещали посттерминалы, готовятся, венинговые машины, биржи на биржах, CoinMarketCap присутствие тоже. Сейчас мы боремся, в принципе, за позицию топ-100. Очень надеюсь, что в ближайшие
месяц-два-три мы преодолеем нашу существующую позицию, которая удерживается искусственно, да, я замечу. И буквально 2-3 месяца дайте компании после запуска этой площадки, плюс внедрение инструментов, которые мы сейчас планируем для дашборта, никаких коинов на рынке не будет. Вы просто вспомните мои слова, когда вы говорите, что я там хочу что-то там продать, а потом вы не будете ничего продавать, потому что вас с руками и ногами все забирают. У нас последние вот с октября до февраля практически все эти месяца было именно так. Это очень важно. Потому что этот рынок, на котором мы работаем, все равно он идет волнами. Любой рынок, в принципе, идет волнами, где-то идут взлеты, чуть падение, потом опять взлеты, чуть падение и тому подобное. Это касается любой компании. И наша сейчас задача запустить площадку, этот мощнейший пылесос, да, платинкоина с рынка, потому что на каждый проект, который нужно будет финансировать, нужно будет заморозить пятикратную сумму в платинкоина. Опять же, все больше и больше ферм устанавливается, все больше и больше коина загружается. Наша экономика запускается, друзья. Да, мы немножко затормозились за счет перенесенных ивентов, но это временное явление, которому подвержен сейчас, в принципе, весь мир. На нас, как на компании, это сильно не сказалось. На рынке немножко сказалось, но опять же, мы сейчас дадим им такой хороший шприц допинга и полетим. Спасибо, друзья. Хорошего вам вечера. Платинка. The time is now.